напоследок давайте-ка посмотрим, чем занимается в Нью-Йорке заслуженный трудоголик нашей сцены Эмин. И у вас есть реальный шанс увидеть и услышать все самое интересное и эксклюзивное из жизни суперстара прямо из первых рук. Второй день в Нью-Йорке, и сегодня у нас концерт в этом очень интересном здании. Концерт благотворительный, организует его известный человек, который 25 лет сохраняет Нью-Йорк. Пойдем, пока нас здесь было. 25 лет сохраняет Нью-Йорк в полной чистоте, занимается бездомными, помогает им, обучает их, кормит их. И сегодня мы будем собирать средства для вот таких благотворительных целей. Вот оно, это сооружение, которое называется Red Square, и на крыше стоит Ленин. Я учился в Манхэттене, прожил здесь много лет, но этого здания я никогда здесь не видел. А сейчас мы опаздываем. Стою с самой красивой девушкой в плане. Мисс Вселенная, мисс USA и мисс Молодая USA. Специально для мусора.